Минфин сообщил о начале работы над законопроектом, который освободит владельцев больших грузов от уплаты транспортного налога. Его отмена должна компенсировать владельцам таких машин дополнительные расходы, которые возникли у них в связи с введением платы за пользование общественными дорогами через систему «Платон». О необходимости убрать один из платежей, которые взимаются с владельцев грузовиков, в декабре говорил президент России Владимир Путин. Сейчас плательщиками сбора являются более 123 тысяч грузоперевозчиков. Именно столько зарегистрировано в системе «Платон». С общим количеством автопарка свыше 650 тысяч машин.